Говядина по-французски с помидорами – это изящное блюдо, которое готовится в духовке с сыром, помидорами, чесноком под вкусным белым соусом. Очень вкусная и эстетически красивая говядина по-французски с помидорами запекается в духовке под соусом бешамель, помидорами и сыром. Очень вкусное и изысканное блюдо прекрасно подойдет как для праздничных, так и для повседневных обедов и ужинов. Чтобы говядина была еще мягче и сочнее, предлагаю попробовать ее заранее замариновать, например, в соевом соусе. Эффект потрясающий. Подавать такую говядину советую с простым гарниром, например, с картофельным пюре или овощным салатом. В конце видео мы расскажем, какие продукты потребуются. Готовим соус бешамель. В кастрюле с толстым дном растапливаем сливочное масло. Добавляем соль и кладем зубчик чеснока, можно раздавить его ножом, но не резать. После того, как масло нагреется, всыпаем муку и немного молотого мускатного ореха. Быстро перемешиваем лопаткой, активно помешивая содержимое кастрюли. Постепенно вливаем холодное молоко. Как только соус загустеет, снимаем его с огня. Говядину нарезаем тонкими стейками и слегка отбиваем кухонным молотком. Разогреваем духовку до 180-200 градусов. В форму для выпекания наливаем немного масла и вкладываем кусочки мяса, обтерев их солью и перцем. Ставим лайк и подписываемся. На каждый кусочек говядины выкладываем соус, немного мускатного ореха и зелени. Затем кладем кружочек помидора и посыпаем натертым сыром, накрываем фольгой и запекаем блюдо 60 минут, затем снимаем фольгу и запекаем еще 10-15 минут. Приятного аппетита! Подписывайтесь и ставьте лайки. Вот из чего готовим блюдо. Говядина, 500 грамм. Сливочное масло, 4 столовые ложки. Помидоры, 2-3 штук. Мюка, 4 столовые ложки, чесно 1 зубчик, сыр 200 грамм, черный молотый перец по вкусу, молотый мускатный орех по вкусу, соль по вкусу, молоко 500 миллилитров, количество порций 6. Спасибо за просмотр, напишите, что вы думаете, или просто лайкните. Пусть вам сегодня повезет.